Московские школьники из малообеспеченных семей отправятся в большое путешествие. Фонд Дмитрия Шпаро впервые выделил специальные гранты. Благодаря этим стипендиям 8 детей побывают в Карелии и Краснодарском крае. Школьников ждет активный отдых, пешие прогулки по горам, походы, мастер-классы, спортивные секции. Я жду от этой поездки очень много впечатлений. Я хочу подружиться с новыми людьми. Мне интересно, что там такое в Краснодарском крае. Сходить на море, позагорать, и я хочу пойти на кружок. Мы в первую очередь поощряем тех ребят, которые мотивированы, которые по-настоящему хотят поехать, у которых это мечта, у которых связаны с поездкой какие-то вот размышления о своем будущем. А может быть, это дети, которые ищут друзей, может быть, это дети, которые хотят принципиально измениться, стать другими в результате того, что все-таки большое приключение – это некое испытание.